Всем привет! С вами Светлана Цветкова и наши гости, преподаватель в Центре реабилитации слепых, преподаватель по ориентированию Татьяна Усачева. И сегодня мы с вами с помощью трости посмотрим, как же определить ступеньки вверх или вниз. Добрый день! И чтобы найти ступеньки, мы должны работать маятником, приемом скольжения, то есть трость не отрывать от земли, чтобы случайно не пропустить это место. Идем, правильно работаем. Я держу, посмотри. По центру корпуса, кисть не отрываем, мы вот скользим. Значит, подожди, можно левая нога, правая рука. Да, правая рука. Можно даже вот так вот взять. За край, совсем за конец. Да, совсем за край, только так, чтобы в ладошку она не упиралась. Мы никогда не одеваем шнурок, чтобы никаких ситуаций неприятных. Здесь вот мы почувствовали вот эту направляющую, да. Наверное, для канавка. Да это люк какой-то. Для стока воды, что ли? Не, люк какой-то, да. Мне кажется, сток так, воды. Тихо, вот видишь, здесь вот находим ступеньку. Давайте еще раз. Сейчас я подожди, пройду. Значит, левая нога, правая рука. Правая трость уходит. Осторожно идем, работаем, скользим, прям не отрывая. Причем, если трость у нас сильно будет опущена вниз, то, скорее всего, не почувствуем то, что она спускается. Чем, в принципе, больше угол наклона трости к земле, тем проще чувствуется спуск. И важно, чтобы трость не прижималась, локоть не отдалялся от корпуса, чтобы было расстояние примерно 2 шага. Значит, мы чувствуем пониже ступеньку. Пониже, нет, наоборот? Трость не надо пониже, просто локоть зафиксировать, и вот она должна быть впереди. Угу. Вот. И когда мы подошли, почувствовали вот спуск, подходим поближе к спуску, останавливаемся, проверяем ширину, глубину ступеньки, находим следующую ступеньку. Значит, есть люди, которые слишком боятся или бывают ступеньки неровно, тогда они прощупывают каждую ступеньку в отдельности. Ну а так вообще мы держим трость по диагональке перед собой, можно касаться следующего звена, следующего ребра ступеньки, можно не касаться, можно просто нести ее. Да, уже, когда мы поняли ход ступеньки. Не сильно поднимаясь, не сильно отрывая от земли, просто идем. А если есть еще период, то это вот. А по периодам я вообще стараюсь не ходить. И вот у нас очередные ступеньки. Отойдем вот опять. Так, сейчас. Вот я стою, тут пролет. Идем прямо вперед, отыскиваем следующую. Вот она следующая. Осторожно прощупываем. Встали, посмотрели и вперед. И опять трость у вас по диагональке перед собой, чтобы рука все-таки согнута в локте. Слегка все, вот здесь почувствовали, что она поехала дальше. И мы идем, опять же, вот она должна не передо мной, а слева направо. Лучше, может быть, левую руку взять трость. А в левую руку надо привыкать трость брать. Тогда вот можно идти по вдоль стены. Тогда вот мы каждый раз локоть мы не выворачиваем. Локоть не выворачиваем. Вот она на центре корпуса. Вот. Ладонь смотрит. Можно вверх, можно вбок или вверх. Но локоть. У меня стена справа, трости слева. Все не движется. Движется только кисть. Движется только кисть, ничего не напрягается. А как вот предохранить руку, когда трость, если несешь ее, она упирается в какое-нибудь препятствие? Если она упирается, то просто пальчиком вот так. Подбросит, она, по идее, тут мы выходим. Так, что-то куда-то выходим туда. Или правильно? Мы не повернули никуда. Нет. Никуда не повернули. Я-то думала, что мы повернем. Вот опять. Стенку здесь можно слышать ее с помощью звука, что она есть. Плечо не напрягаем. Здесь мы слышим. Это звук. Мы идем по правой стене, трость у нас в левой руке. Справа мы слышим звук стенки, если слышно человеку, если он чувствует. То если нет, то тогда значит. Вот сейчас вот был момент, когда она упёрлась. Мы должны просто притормозить и вот так пальчиками подбросить. Так. Если вот сейчас мы начнем спускаться, опять же, берем теперь трость в правую руку. Если у нас слева правую будет руку, стенка у нас слева. И мы идем вот. Вот опять у меня локоть. Локоть не опускает, рука не опускается ниже уровня пояса. Она вот. И трости угол соблюдаем. Не надо угол делать к земле близко. Острый такой совсем. Только ноги должны быть. Значит, трость смотрит и шагает противоположная нога. Значит, левая нога, трость справа. Правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая,
левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая. Здесь вот неровности мы их проходим. Ну и можно повернуть вот направо и пойти. Вот здесь вот мы слышим как бы эхо. И вот здесь можно как раз почувствовать генератором звука, что мы приближаемся к стене. Вот если мы вдруг возьмем так правее, то вот мы почувствуем здесь стенку. От нее эхо отображается. Вот это и называется генератор звука. Ну и можно так некоторые ходят вдоль стены, не касаясь земли тростью. Ой, стены, не касаясь стены тростью. Нет, неправильно. Сбился мой маятник. Так, да, так. Налаживаем. И тут у нас что будет? Ну, здесь мы проходим до стенки, вот здесь стена. Ага. Мы поворачиваем, и сейчас мы подходим к ступенькам. Подошли к ступенькам, в этом случае мы должны укротить трость, взять ее ниже ручки. Проверяем, проверяем, у нас вот здесь ступенька, нет, еще не ступенька, вот, вот она, ступенька. Проверяем ширину, глубину ступеньки, и теперь мы так будем нести как, просто. Как взять ее? Ну, так вот, так? Как карандашик, как колечко, то есть ниже ручки берем. И поднимаемся, вот поднимаемся, а трость касается следующего ребра ступеньки. Вот она касается следующего ребра. Мы не поднимаем ее сильно, чтобы она касалась ребра ступеньки. Все, ребра никуда нет, значит, мы должны не забыть подняться на еще одну ступеньку. А потом мы доходим до... Здесь уже можно маятником работать. А потом мы доходим и опять нашли ступеньки, и опять поднимаемся, держа ее перед собой вот так диагонально. Когда-то был случай, когда я... В метро был столб на моем пути. Все время мне мешался. Сейчас опять вот нету больше. Мы не забываем про одну ступеньку и все. И работаем просто, потому что может быть ступенька вниз. Но здесь ее нету. Всего вам доброго. С вами была Светлана Цветкова и Татьяна Усачева. Пишите нам, задавайте вопросы, ставьте лайки. До новых встреч!